Всем огромный привет! Рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня хочу вам показать вот такой демонстрационный материал, который мне предоставила наш территориальный менеджер. Роз, тебе огромный привет и большое спасибо. Ну что ж, давайте будем смотреть, что же находится в этой коробке. И если вы обратили внимание, здесь у нас идет логотип Avon True. Ну и будем смотреть. Здесь представлена линейка помад 3 в 1, цвет питания и увлажнения, а также тушь 2 в 1, длина и питание. Это уже, конечно, не новинка в компании, но поделиться такой красотой я просто с вами не могла. Итак, давайте будем смотреть. У меня на эти помады и на эту тушь есть отдельное видео. Ссылку я оставлю внизу под этим видео, можете зайти и посмотреть. Там со сводчами, как смотрится на губах, как тушь работает на ресницах, как она наносится. Давайте будем смотреть помады с вами. Первый оттенок называется «Нежный пион», код оттенка. Помады у нас идут вот с таким красивым оформлением мраморным. Давайте будем сводчить. Я уже тут кое-какие помады наносила, и видно, насколько оттенки впитываются, то есть оставляют пигмент. Итак, первый оттенок. Эта помада мне очень понравилась тем, что она действительно хорошо увлажняет губы, дает такой красивый глянцевый финиш на губах. Именно в этом оттенке нету шиммера, то есть помада идет просто глянцевая. Так, далее. Так, давайте буду оставлять. Допустим, вот так вот буду ставить. Следующий у нас оттенок называется «Идеальный розовый». Этот оттенок уже имеет в себе блестки, шиммер, тоже красивый, конечно, это красивый мраморный эффект помады. У нее тоже такой идет полупрозрачный финиш, то есть она не будет давать какого-то яркого насыщенного пигмента. Такая вот идет тоже блестящая текстура. Так, нет, буду вот так оставлять. Так, далее оттенок у нас называется «Лиловая фантазия». Мне этот цвет понравился. Так, тоже эта помада имеет в себе мелкий-мелкий шиммер, и она тоже полупрозрачная. Дает вообще такой намек только на блеск, даже выглядит как блеск на губах. Мне нравится этот оттенок тем, что летом хорошо смотрится на загорелой коже, а зимой придает губам именно такой красивый морозный оттенок. Так. Следующий у нас оттенок помады называется «Соблазнительный нюд». Так. Тоже здесь идет мелкий-мелкий шиммер. Красивый такой нежный оттенок. Подойдет также на каждый день. Тоже такая полупрозрачная идет текстура. Да что ж мне все хочется закрыть-то их. Так, вот оставим. Следующий оттенок называется «Сочный персик». Тоже такое красивое оформление с разводами. Этот оттенок уже не содержит в себе никаких блесток и шиммера. Он ближе по консистенции вот к этому первому цвету. Тоже приятный, мне кажется, подойдет для девушек с теплым цветотипом. Так. Далее оттенок называется у нас «Спелая вишня». Насыщенный такой темный. Сейчас очень модный, да и на осень хороший цвет. Такой красивый оттенок благородный. Так, далее оттенок называется «Яркая фуксия». Не помню, какого-то цвета у меня не было одного, по-моему, вот этого темного вишневого. Вот этот оттенок вообще очень интересный. Если видно, то вот эти вот синие блестки такие в нем так переливаются, тоже дает красивый холодный подтон. Так, надеюсь, что видно сводч. Тоже имеются шиммеры, блестки вот эти именно синие, такие сине-розовые. Тоже красивый, конечно, интересный цвет. Так, далее у нас оттенок идет «Цветущая роза».
Так вот он выглядит, тоже оттенок на каждый день. Вот помада для тех, кто любит такой красивый сияющий финиш на губах. Вот мне кажется, прекрасно подойдет. Ну и сама текстура, то, что помада и увлажняет, и питает, тоже достаточно приятная. Вот этот тоже красивый оттенок, называется он коралловый риф. Вообще помада тоже на каждый день. Мелкий шиммер имеет в своей текстуре. Красивый цвет, такой спокойный, классно подойдет. Так, ну и последняя помада. Это у нас оттенок идет драгоценный коралл. Но лично мне этот оттенок больше напоминает какой-то розово-коричневый, но на камеру передает больше как рыженький. В общем, тоже цвет более такой носибельный, и в нем практически нет шиммера. Так вот выглядит эта вся линейка помад. Так, ну и тушь. Тушь у нас идет тоже питание длина. Мне нравится эта щеточка. Сейчас я тоже пользуюсь этой тушью. Здесь у нас идет еще и такой наконечник с ворсинками. То есть мне удобно прокрашивать нижние реснички. Вот. И получается, что она действительно, кстати, удлиняет ресницы, и взгляд такой получается с поволокой. Надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. В общем, хорошие, достойные продукты. Помады подойдут больше для тех, кто любит именно такой красивый сияющий финиш на губах, который в свою очередь также придает объем. Ну вот, такие у нас получаются демонстрационные материалы. Очень приятно работать с такими продуктами на акциях, поскольку удобно показывать, как выглядит именно полноразмерная версия. Все можно потестировать, потрогать, посвотчить, поделиться своими впечатлениями. Ну а если вы что-то уже попробовали из этой линейки, обязательно напишите в комментариях, как вам, понравилось или не понравилось. Ну а на этом все. Не забывайте подписываться на мой канал. Я вас всех целую и пока-пока!